Привет, самая лучшая в мире мамочка! Сегодня я решила показать и рассказать, как можно развивать речь ребенка дома, в домашних условиях. Вообще речь в нашей жизни используется практически везде. Мы все время говорим, что-то рассказываем. И если мама находится в декрете и все время проводит, проводит с ребенком, то совсем не обязательно организовывать отдельное занятие. Можно использовать любую жизненную ситуацию. Для начала возьмите за основу какой-то стишок или песенку, или какую-то игру. Учтите два условия. Во-первых, игра или стишок или песенка должна соответствовать возрасту ребенка. И второе условие – это уровень речевого развития ребенка. Выбирайте игры к режимным моментам. Тем самым вы подкрепляете слова своими действиями. Что такое режимные моменты? Ну, например, вы идете одеваться и рассказываете стишок про вот это действие. Вы гуляете, то же самое, выбираете какую-то песенку или игру и тоже подкрепляете ее действием. Так малыш запоминает слова и его значение и повторяет за вами. Ну вот, например, мы с Машей играли на улице как? Я выбрала такую игру. Большие ноги идут по дороге, топ-топ-топ. Маленькие ножки бегут по дорожке, топ-топ-топ-топ-топ. Я это показывала, она за мной повторяла. И так мы научились говорить слово топ. Сегодня мы будем с Машей печь мини-кексы. И заодно учить новый стишок. До этого мы пели песенку про пряники, про пирожки, но Маша она надоела, поэтому я решила найти что-нибудь новенькое. Готовь? Приготовь ладошки, как ты будешь печь пирожки. И я пеку, 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 деткам всем по пирожку, а любимой мамочке... Папочке, да? А любимому папочке. Испеку два пряничка и дедушке. Кушай, кушай. Мама. Мамочка. Мамочка. Вкусные два пряничка. Кроме речевого стишка, Маша, я буду выделять некоторые действия несложными словами, чтобы побудить повторить их дочку. Итак, мы начнем, а вы смотрите все сами. Для рецепта нам потребуется мука, сахар, молоко, оливковое масло, соль и яйца, любая начинка. У нас это будут ягодный микс и бананы. Ты банан уже хочешь? Бери, кушай бананчик. Что нам нужно? Мы взбиваем яйца. Маша, это что у тебя? Прожуйся, скажи. Яичко, молодец. И бах, разбиваем. Вот так разбили. А теперь будем взбивать. Ты положи банан. Давай, вот сюда, на тарелочку. Вот, бери венчик. И будем чик-чик-чик взбивать, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ты скажи чик-чик-чик. Молодец. Вот как ты взбиваешь. Взбивай еще. Чик-чик, говори. Чик. Вот, видишь? Дальше мы добавляем сахар. Секундочку. Соль. Чуть-чуть. Так. Еще раз пройдемся блендером. Топ-топ-топ. Мишка у тебя идет. Добавляем сливки. У меня сливок не было, я добавляю молоко. Жирностью 3,2, но лучше сливки. Молодец, вот как быстро, да? Давай еще взбивай. Все, взбила? Еще? Яичко, там яичко, сахар, соль и молоко. Так, все это хорошенечко перемешиваем и добавляем туда муку вместе с разрыхлителем. Но у меня мука уже готовая, поэтому я разрыхлитель добавлять не буду. А муку лучше добавлять 2-3 захода и перемешивать лопаточкой.
сцепим. Так, тесто у меня готово, муку я добавила. Теперь берем оливковое масло и немножечко добавляем туда тесто. Почему я делаю так? Потому что оливковое масло имеет такую консистенцию, что ее просто-напросто в общей таре не размешать. Мы сначала размешиваем с небольшим количеством теста, перемешиваем, а потом вливаем в общую миску. Как мы с тобой рассказывали стишок про снежный ком, расскажем? Покатился снежный ком, я иду за ним шаш, он быстрее яби, и в калитку бом. Бом? Да? Куда? Где лоб у тебя? Где лоб? Ну-ка подумай хорошо. Вот. Давай. Вот так вот. Раз. Хорошенечко все. Так вот. Давай. Один, два. Молодец. Три. Так. Давай лопатку уберем. Ого! Теперь мы знаешь, что будем с тобой по формочкам разливать? Где у нас формочки? Оп, говори, оп. Так. Начинку я приготовила заранее. Ягоды в блендере все смешала и заморозила. А вообще можно в тесто добавлять или сок, или может быть изюм, или курагу, может быть даже орешки. В общем, что захотите. Машенька, давай с тобой стишок новый учить про чай. Маша. Ти-ти-та, ти-ти-та, пляшет в чайнике вода, пляшет, плещет через край, вот какой веселый чай, молодец. Пока Маша доедала суп, а делала это она очень долго, и кексы успели приготовиться, и я их красиво упаковала. Машенька, будешь задувать свечки? Да. Сильно? Дуй вот на эту свечку, дуй. Сильнее. Как ветер дует? Еще сильнее. Пой со мной песенку. Посмотри на меня. Ти-ти-та, плещет в чайнике. Плещет, пляшет через край. Вот какой. Это свечки там. Вот какой веселый. Что? Чай. Молодец. О-о. Ура! Да? Вкусные кексы получились? Да. Ура! Порадуйся, что вкусные кексы. Ура! Молодец. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного. Не забудьте поставить колокольчик. Yeah.